Привет, привет, друзья! Встречайте работу. Это подруга Амур и Тимур. Так случилось, что этой работе уже порядка 2 лет. И первый козлик Тимур уехал жить в далекую Индию, а Амура с собой не взял. Амур прожил у меня дома порядка 2 лет. И сейчас новая работа. Тимур номер 2, и эти ребята уже вместе отправляются в свой новый дом. На этот раз для козлика я выполнила вот такие реалистичные цветы, которые он жует. Цветы — это также моя ручная работа из бисера. Ну и, как обычно, реалистичные рожки, ушки, копытца. Игрушки полностью подвижные, абсолютно сгибаются все части тела. Вот такая работа. Я очень счастлива, что ребята будут жить вместе. Пока-пока.